Решением исковые требования прокурора города Караганды удовлетворены в полном объеме. Признан договор о подготовке специалистов высшей квалификации недействительным. Диплом выданный, значит, балхашским филиалом РГКП Карагандинского государственного университета имени академика Букетова недействительным. Договор, приказ директора балхашского филиала РГКП за номером 21 на 06.05.2003 года признан также незаконным. Было судом, значит, обязано Кияшеву Ергали Амагельдиевича в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу вернуть в Караганинский государственный университет имени Букетова недействительный диплом о высшем юридическом образовании для уничтожения в установленном порядке. Также взыскано с Кияшева Ергали Амагельдиевича в пользу в доход государства 3236 тенге. В настоящее время, значит, решение не вступило еще в законную силу.